Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было все хорошо. Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль. В детстве учили, воспитали быть благородным. Мир спасает лишь только добро. Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком. Нам чужого не надо, кричали они в своих бесподобных речах. Ссали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат. Короче, вариков тут немного. За родину распишись вот там, где штамп. И прямо с порога, если веришь в Бога, то малый, добро пожаловать в ад. Эй, брат, бывай, где будем, кто знает, идет война. А в ней закон, стреляют, стреляй, все врут, кто знает, тот прав, кто защищает свой дом. Весна, рыдает Украина, пылает мир, не менялся мир таков. Эй, брат, бывай, где будем, кто знает, ну прав, кто защищает свой дом. Вряд ли мы думали, что придется разбираться в том, чем пришлось. Наше поколение друг друга всегда понимало без границ паспортов. Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна. Все, что нормальные люди возводили годами, все уничтожено. Боже, сколько невинных загубленных жизней убиты в упор. Сколько искалеченных пацанов, ради чего никто не объяснит до сих пор. Сколько подставили нормальных людей, всех кинув в одну яму. А почему включил Макса Коржа? Я что-то сломал? Кеннери, спасибо большое за 3 шестерочки еще. Ну, как будто вот, знаешь, как будто вот... Как-то вот перещелкнуло, как будто, знаешь. Как будто вот... Вот что-то в воздухе оказалось. Я не знаю, если честно. Что же, блядь, натворили, вы еще не понимаете сами. Все эти диванные воины, распыляющие вражду, добавляя раздор. Все эти животные, что эти годы лили слюну в ненависти котел. Все эти любители истории, что все оправдают, лишь бы гордость утолить глотком. А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днем. Кому не сиделось дома, блядь, лучше стены бы разбивал бомб. Кому нахуй хотелось повторить, так вот смотри, блядь, и ставь на повтор. Это вы называете справедливостью, делая из детей волков. И чем все обернется, лишь это видит Бог. Бывай, где будем, кто знает, идет война. А в ней закон, стреляй, стреляй, все врут, кто знает, тот прав, кто защищает свой дом. Весна, рыдает Украина, пылает мир, не менялся мир. Вот такой вот трек Макса Коржа. Что могу сказать? В целом, ну вообще, тут такой вопрос. Правильно ли я его понял? Вот, вы правильно поняли, что он имел в виду? Вот что он имел в виду, вы поняли полностью? Я вот могу предположить, что он имел в виду, да? Там, условно говоря, на чьей стороне, как бы, да? Если вот так вот, грубо очень, да? Он, как бы, за кого он, да? Понятно, что он не может напрямую говорить или еще что-то, или он не привык, или еще как-то. Кажется, что очевидно. Но на самом деле тут четко ничего не сказано. Я понимаю, что искусство не должно и может говорить нечетко и как-то. Но если, вопрос, если он, вот как бы, по правде...
и я его правильно все понял, тогда это хорошая песня. Вот так. Но всегда может быть так, что Макс Корж, я не хочу на него там плохие возводить там еще что-то, поклеп там, еще, но всегда есть вариант того, что Макс Корж видит это все иначе. Понимаете? Вот не то, что мы там услышали. И вроде как вот то, что оно вот спереди, да? Я понимаю, что там есть слово «Украина». Я не слушал текст, извини. Джарах Фникенери, 404, спасибо большое. Ну ты топовый донатер получается в данный момент. Ты топовый донатер. Большой-большой тебе респект. В общем, если я правильно понял Макса Коржа, тогда большой респект. Вы сами все поняли, да? А если это может быть какие-то очередные иносказания и такая витиеватости, типа за пацанов там и в целом как бы за так далее, тогда нет. Понимаете, каждый по-своему тут может считать любую как бы из одной, из другой стороны. В этом проблема. В этом проблема, что оно как бы везде подходит. И как бы зная Макса Коржа, зная, что вот он всегда как бы очень такой, да, человек по-другому смотрящий, сверху, тогда оно может быть по-другому. Ну что, друзья, подруги, мы закрываемся на этом.